Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня с вами снова я, Анастасия Сергеева. И мне сегодня будут помогать мои любимые помощницы Анастасия и Мария. Сегодня мы с вами проделаем комплекс упражнений на ноги с акцентом на заднюю поверхность бедра и ягодицы. Для начала мы разомнем наши коленки, руки на них положим и круговые вращения вправо. Хорошо, влево. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Теперь вращение наружу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И внутрь. Раз, тоже восемь, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Теперь мы с вами будем приседать. Ноги на ширине плеч, стопы параллельно. Когда будем приседать, спинку держим прямо, таз уводим назад, колени вперед не выводим. Поехали. 8 раз. И раз, два, три, четыре, пять. Стараемся приседать ниже. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Три покачивания внизу. Раз, два, на четыре наверх. И раз, два, три, четыре. Еще раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Молодцы, еще раз. Раз, два, три. Последний. Два и восемь внизу. И раз, два, три, четыре, пять. Терпим. Шесть, семь, восемь. Хорошо. Теперь работаем с вами выпады. Правую ножку вперед. Принцип тот же, спинку не роняем вперед, угол сгибания в колени 90 градусов. Поехали по той же схеме. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три внизу, четыре наверх. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Наверх. Раз, два, три. Последний. Пять, шесть, семь. И восемь внизу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Молодцы. Ножки встряхнули. Ножку поменяли. Готовы. Семь, восемь вниз. Раз, два. Колено задней ноги направлено вниз. Пять. Шесть, семь, восемь, девять, десять. Три внизу, четыре наверх. Раз, два, три, наверх. Раз, два, три, наверх. Раз, два, три, четыре. И восемь внизу, готовы. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. Хорошо, ножки потянули. Хорошо. Теперь опускаемся вниз на коврике. Упор на коленях, руки впереди. Спинка прямая. Работаем ногой вверх. Носок натягиваем на себя. Начинаем с правой. Раз. Ногу высоко слишком не надо уводить. Четыре. Пять, шесть, семь, три наверху, на четвертый вниз. И раз, два, три, как будто бы толкаем что-то вверх. Два, три, четыре. Два, три, четыре. Пам. Восемь наверху. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Хорошо, ножку поменяли. Готовы левой. Вверх. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Три вверх. И раз, два, три, четыре. Стараемся, чтобы голень была перпендикулярна полу. Раз, три,
Последний. 8. Наверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Хорошо. Ножки вытянули вперед. Потянулись. На сегодня все. Выполняя такие несложные упражнения, ваши ноги будут стройными и красивыми. До завтра!